Не тратьте слез своих на тех, кто их не видит, на тех, кому вы просто не нужны. Пока все это не началось, потому что волнение у всех уникальное, у каждого своего человека, я хочу вручить сертификат на изготовление сценических костюмов в моем театре очаровательной Лопатиной Марии. Такой подарок. А мы сейчас переходим к награждению в первой номинации от 3 до 6, от 6 до 9. Сюда появляется для награждения уважаемый член жюри, генеральный директор продюсерского центра, шоумен, поэт-песенник Сергей Харин. И мы награждаем, начинаем с того, чтобы вручить дипломы лауреатов. Эрика Гукасян! От 10 до 12 лет награждение проводит Наталья Гулькина. Да. Лауреатом в этой номинации становится Влада Тидюн. Вот. Заслуженный артист России Александр Песков. Ну и первое место в номинации, в старшей нашей номинации, золотая медаль, диплом лауреат. Карина Рагимова! Мы приглашаем вас, как человека, знающего толк в конкурсах, наградить наших лауреатов и дипломантов в номинации «Ансамбль». Нет, подожди, по моей команде. Первое место, диплом лауреата, овации зрительного зала и награды из рук Жени Черновского, ансамбль «Энергия». Правильно. Приглашаем
председателя нашего жюри, потому что мы будем вручать гран-при. Ольга Владимировна. Итак, гран-при фестиваля «Москва-2014». Ее удостоен Заурбей Кетеров! Это еще не финал! Братья! Российское братство! Родина в надежных руках! Спасибо вам огромное! Сейчас еще одна приятная миссия! Нигде не враги Милафа! Я приглашаю вас! Я знаю, что есть что сказать! Здравствуйте, я хотел всем участникам подарить, если возможно. Я можно подарить сюда. И еще по симпатии тоже хотел подарить нашему капитану. Спасибо. Прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. Так, это приз зрительских симпатий. Василий Ширяев, лучший из ведущих отечественного шоу-бизнеса. Это что? Это подарок. Я даже не знаю. Какое будущее вы видите у этого артиста? Если он будет носить этот браслет, который сам сделал, сам сделал. Вот так. Еще. Пожалуйста, девушка Гукасян, Эрика. Эрика. Что делает? Очень чувствительная песня. Будущее зависит прямо от нас, наших детей. Спасибо за смысл этого песни. И еще, пожалуйста, девушка Карина Рагимова. Карина Рагимова. Еще один подарок. Спасибо. Спасибо всем надо так любить свою родину. Спасибо. Спасибо большое! Как видите, как всегда, у нас не получается, было все нормально. Все ушли, концерт закончился, а мы подарки сделали. Маша. 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 На очень приятное дело я вас получила. Вы все получили замечательные подарки. Один человек постарался для каждого из вас индивидуально придумал свой подарок. Сейчас мы с вами дружно скажем, что 3-4. Спасибо! И поаплодируем.
объяснить еще не все. Подождите, Минди, это не все еще. Просто церемония награждения была очень спонтанной, потому что мы же узнаем результаты в самый последний момент. И у жюри очень мало времени, у организаторов, чтобы сделать финал честным, но, честным, объективным и быстрым. Поэтому я хочу сейчас устранить главную несправедливость, потому что эта медаль должна была быть вручена сразу же на сцене. Я хочу поблагодарить, огромное спасибо сказать этому человеку, это философ, писатель, сказочник. Таких сейчас у нас очень мало в 21 веке философ. Я вручаю от имени Министерства обороны, от Культурного центра вооруженных сил настоящую медаль. Называется она «За заслуги в культуре и искусстве России». Это медаль. Большое спасибо всем. Очень приятно. Спасибо. Вот папа ее. Все большие молодцы, с праздником вас. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.